Оптима. Как вам Оптима, друзья мои? Все по-разному. Кто-то хуесосит Оптимы, кто-то доволен Оптимами, кому-то нравится Оптимами, кто-то кричит что угодно, только не Оптима. Да. Алло, Жень, привет. Привет. Слушай, я тебе по делу звоню, на самом деле. Это наша с Кириллом, который ты завалил. Не очень хорошо, это как бы. Стоп, стоп, стоп. Какую кашу я с Кириллом заварил? Какую кашу? Ну, по поводу того, что там какой-то компромат на него нарыл. Для него все стало известно, и он уже несколько дней хочет связаться с тобой. И пообщаться по данному поводу, что ты подмочил его репутацию. Вот, и он спрашивает твой номер телефона, могу ли я дать ему. Нет, не надо ему давать мой номер телефона, мне не хватает еще со всякими обиженками потом, понимаешь, тереть там по всяким моментам. Ну, знаешь, Жень, ты все это заварил, да, обидел человека, просто так, и как бы, ну, что... Чем я его обидел? Ну, как минимум, я передал информацию, которую до меня... Я передал информацию, которую до меня донесли. Я сказал, что я ничего не утверждаю. А если у него подмочилась репутация, то пускай он ее высушит, вот, проветрит и оденет заново. И все. Ты что от меня хочешь? Я понять не могу. Телефон мой давать не надо. Столкнуть вас лбами, но человек хочет с тобой разобраться, потому что ты, ну, разобраться, поговорить, потому что ты его выставил. Я понял тебя. Мой телефон давать не надо. Что ты предлагаешь? Я тебя услышал. Дальше что? Не знаю, подъедь мой вон и бери, если свой давать не хочешь. Алло. Да, я думаю. Ладно, я подъеду через 20 минут. Хорошо, я спущусь. Что за детский сад, вторая группа, а? Ну что такое? Подмочилась репутация у человека. Чем подмочилась? В чем? Что у него за репутация? Не, ну если тебя просят связаться, да, то, наверное, неправильно будет башку в песок спрятать, да, тем самым показав, что ты... Может быть, слегка сыклив. Но и свой телефон отдавать не хочу, чтобы не было потом, блядь, всяких звонков со всякой хуйней каждый раз, когда Настя придет в хуевом настроении, он будет спрашивать, там, хуй его знает, что за человек. Я же не знаю, что он за человек. Может, он будет мне создавать душевный дискомфорт своими звонками. С Настиного я позвоню, как бы мне... Мне не западло. Сейчас посмотрим, что там. Делайте ставки, дамы и господа. Чувствую, намечается нехуёвый баттл между мультимиллионером, красавчиком, альфа-самцом местного разлива и скромным таксистом, работягой, который... абсолютно не амбициозен, не миллионер и никогда не был замечен в свингер-потасовках. Свингер-потасовки. Да, вот так. Вот так. Сейчас посмотрим, короче. Как меня все эти, блядь, терки, мозгоебки, как я от них устал. О, начинается. Привет. Здорово. Давно не слышались. Заходи, давай, холодно. Господи, ты опять начинаешь ворчать, я даже сесть еще не успела. Да потому что ты меня отвлекаешь от дел моих. Чем я тебя отвлекаю? Своими, давай, своими короче, что? Звони этому кинту. Ты кашу своему. Заварил, вот расхлебни, пожалуйста. Слышишь? У меня из-за этого проблемы на работе. Слышишь? Чувствую некомфортно. Кулинары, кулинары со своей кашей, давай звони уже, блин, у меня времени нет. Достал ты. Я не буду же доталово тут сидеть, короче, и со всеми твоими вот террористами. Чтобы не сидеть, нужно за языком со своим Жень следить, вот и все. Поучи меня кашу варить. Давай, или что, сама скажешь? Алло. Алло, Кирилл, привет, это Настя. Да. Женя отказался давать свой номер, ты хотел с ним поговорить. Вот я со своего номера звоню, даю тебе Женю. Давай. Да, что ты хотел-то? Алло.
Чего да. ты, значит, блядь? Ну, ты а на как? Вы, во-первых, я тебя на ты не называл. Хорошо, что вы хотели, мужчина? Я хотел с тобой встретиться, переговорить. На тему. Есть ли жизнь на Марсе? На тему бездобольства. Слушай, ты полегче, во-первых, ладно? С матными словами, как минимум. И успокойся, нет, да? Какого пиздобольства? Все равно, твоего пиздобольства. Какого? Какое имя? Который ты несешь, ёпта, который ты там что-то представляешь, какие-то темы непонятные. Слушай, ну, мне... Давай встретимся с тобой, переговорим. Ну, мне некогда тратить время на какие-то терки, я деньги зарабатываю, понимаешь? Какие деньги, блядь, ёпта? Это я деньги зарабатываю, что ты там зарабатываешь? Такси ездишь, блядь. Ты давай встречайся, что ты? Ты забазаешь, блядь, так, встречай. Вот теперь я из принципа, блядь, с тобой встречусь. Вот из принципа, я, да? Я с тобой тоже встречусь. У тебя есть полис-то? ОСА, этот самый, медицинского страхования-то, надеюсь, есть полис? Найдешь, два. Да? А, у тебя два даже полиса? У тебя-то он есть у самого. А мне не нужно. Я... А, ну посмотрим. Да, посмотрим. Когда мы встретимся? Ты себя крутого не строй, блядь, слышишь? Я понял. Когда мы встретимся? Да, когда угодно, мне вообще все равно. Я в любое место подъеду. Я тебя понял. Давай я возьму у Насти телефон, просто она тут рядом сидит, не хочу с ней как бы. Да, я возьму телефон и тебе вечером наберу, понял меня? Давай, набирай. Только не сквозани, ладно? Не сквозани. С незнакомым номером. Ёпта, ты сам не улети, давай. Давай. Все, иди отсюда вместе со своим, блядь, челом, мне ехать надо. Ой, ты же не разговаривай так. Все, Настя, выходи, все, я сейчас ты меня... Выходи. Как они меня, сука, вымораживают. А вы знаете, вот делайте ставки. Я этого упыря отвечаю, вызову. Вот понятно, что дойдет дело до мордобоя, но чтобы это сделать в рамках новых трендов, давайте пишите, кто хочет увидеть реально. Я могу с ним втихаря перепиздеть. Кто хочет увидеть батл этого, сука, дрища бизнесмена с длинным языком? Чтобы я ему, сука, язык на кулак намотал, блядь, и отрезал. И меня. Кто хочет увидеть этот батл? Пишите, значит, хэштег «хочу батл». Да? Вот. Отвечаю, блядь. Я сниму какой-нибудь ринг, мы с ним выйдем, ну, чтобы это по чесноку было, да, как бы, ну, и в рамках такой цивилизации, чтобы это все увидели. И... Кто хочет увидеть это? Что я с ним сделаю? Напишите, пожалуйста. Я, блядь, даже сделаю face-to-face. Я думаю, что уже на моменте face-to-face, скажем так, он уже обоссытся, понимаешь, как бы. У него затрясутся ноги, и он забудет, какой у него бизнес вообще на самом деле. Потому что, блядь, 99% пиздоболов рисуются перед тёлками и по телефону. А как начинаешь с ними тереть воочию, у всех языки, блядь, в жопу проваливаются. Напишите, кто хочет увидеть. Я, блядь, сука, из принципа его организую, блядь, и чтобы вот она увидела, кто он, блядь, и что он. Пишите.